И всем привет, я Александр Новасов. Я уже поменял фамилию. Я теперь не Александр Сучков. Я теперь Александр Новасов. Это, наверное, первый видеоролик. Ну, смотря как он выйдет. Сегодня, в общем, мы будем распаковывать офигенную вещь, которую я тут купил. Вот даже сайт магазина есть, но, наверное, я палить его не буду. Ладно. Заранее подпишитесь на канал Нубас, потому что на Нубас выходят офигенные распаковки теперь. Все это мы посмотрим потом. Сейчас мы будем именно распаковывать, я не знаю, я смогу это сделать. Так, да, я смогу это достать сюда, чтобы камеру не убирать. Итак, вот мы достали такую вот штучку. Это конверт. В нем наша посылка из Китая находится. Заказывал я уже, сказал, в этом магазине. Палить я его не буду, потому что, ну, в общем, вы его сами, наверное, уже запалили. Так, ладно. Теперь открываем саму упаковку. Наверное, я не буду задерживать данный видеоролик, потому что он будет долгим. И так, потому что я буду рассказывать об этом предмете. Сейчас вы увидите, как он. Так, специальные часы. Так, блин, не понять. Когда открыть, надо осторожно открыть, потому что я не знаю, может... Там не настоящий, потому что мне как-то прислали что-то не настоящее с этой штуки, с этого магазина. Не оригинальное, так что вдруг что будет, придется возвращать. Я думаю, такого не случится, блин. Главное не порвать кармен, конверт, потому что если что, мне сдавать именно в нем. Так, ладно, вроде нормально. Здесь был клей. Клей обычный такой, который может на почте или где-то немного здесь порвало, но это ладно, это не важно, вот тут вот. Ладно, это не важно. В общем, что мы делаем? Значит, что у нас такое здесь? Да, наверное, нужно выкинуть, я это потом выкину. Так, значит, у нас есть сама посылка. Посылка сейчас вот там, вот посылка. Вот, значит, есть посылка. Это значит, не нужно, мы отправляем вот сюда. Так, сама посылка. Я не знаю, почему она не полностью как-то закрыта, но эта штука здесь летает по коробке, она ничего не закреплена. Так, обязательно подписывайтесь на канал Нубас, хотел на вас сказать, ладно. На канал Нубас, ребята, там выходят офигенные распаковки, это поэтому подписывайтесь на канал обязательно. В общем, что это такое? Это Fancy Diary Case какой-то, Gooseberry, mercurymat.com. Ребята, оттуда у меня это все приехало дело, ну как оттуда, я не знаю, оттуда, не оттуда, но это все из Китая у вас. Так, сразу должны достанем эти пакетики, я не знаю, как это все сделаю, вот такой, наверное. Ой, это все полетело, это не выйдет случайно. Так, это все оставляем, это вот штучку. Так, значит, теперь мы приступаем к самой осмотре коробки, без нашей штуки. Так, значит, у нас здесь есть какие-то здесь эти. Так, ладно. Можно почитать, что здесь написано, но... Она модная, поэтому я ее взял. Это такие специальные часы. Сейчас расскажу, какие, наверное. Здесь открывается. Так, сейчас открою. Вот, открою почти. Вот. Сюда нашел. Так, осторожно, чтобы ничего не вылетело. То есть эта штука ничем не закреплена. У нас тут... Не закрепили ничего. Так, сейчас вот. Значит, они даже никакие пленки не на... А, пленка есть. Так, ладно, это пока что сюда. Давайте я все сложу. Как-нибудь вот так вот, чтобы это все было. Давайте сложим. Уже пока вот обратно. Так, значит, что мы делаем дальше? Дальше мы осматриваем данную штучку. Значит, это какая-то супер штука. Super Light Mod. Это такая специальные часы, а точнее какие-то такие часы, которые, я не знаю, как объяснить, просто китайские часы. Да. В общем, осматриваем их. Что-то... Ай. А здесь у меня ничего не разбилось. Так, тут тоже наклейка. Тут написано... какой-то название. Resistant. Наклейка, ну ладно. Можно ее, наверное, отодрать уже. Наверное, не нужно. Вот такая вот наклейка. Мы видим. А еще клейка. Я не знаю, зачем она нужна вообще была. Давайте ее куда-нибудь приклеим. Надеюсь, она ни для чего не нужна. Просто она была здесь. Наклеена на эту штуку. Я не знаю зачем,
В общем, она была на этой штуке. В общем, я не знаю, как объяснить, что это за хрень, что это вообще за штука, как ее делать и вообще что с ней делать. Я вам объясню так, что эту штуку крепят куда-нибудь себе на камеру или куда-нибудь такое. Это типа работает как часы, типа как секундомер какой-то супер китайский какой-то, я не знаю, как объяснить. Ну, как-то так. Тут можно куда-нибудь ее тут что-нибудь на него протеть и одевать, например, куда-нибудь. Я не знаю, обычные часы. По мне так. Но стоит это дофига. Конечно, я бы не отдал это 5 тысяч, но я отдал это 5 тысяч. Ладно, все понятно, наверное. Так, это все выглядит. Давайте я это еще... Сейчас остановлю камеру, сейчас мы это все посмотрим в другом ракурсе. Сейчас мы это все посмотрим. То есть данная штука вам поможет смотреть на время, секунды, меры и всякое другое. Также можно ее, я вам сказал, что можно ее куда-то закрепить с помощью этой штуки. Да, с помощью этой штуки. Давайте мы ее как-нибудь осмотрим. По мне, мне эта штука очень нравится и... За эту цену довольно-таки хороший. Его можно положить куда-нибудь в карман и что-то с ним делать. Очень довольно-таки интересно. Ну что ж, ребят, на этом наша распаковка закончена. Давайте я это все верну на место. И за 8 минут мы все-таки смогли все-таки как-то это все распаковать. В общем, еще раз показываю такую штуку. Называется Super Light Mod. Ее можно смотреть везде, даже на AliExpress можно ее найти. Вот такая вот штучка. Там часы. Я пока что не знаю, тут должна вставляться куда-то батарейка, видать, эту штуку надо откручивать, которая здесь находится, откручиваете ее и здесь вставляете батарейку. И можно уже все с этим делать. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сучков, Александр Новас. И в общем, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну вас, пишите мне под видео и всем удачи. И всем пока.